At the wedding tonight, she looks nicer than the bride. When she smiles, I forget my lyrics. I got blind, I got mad, not from the diamond she had, but from the beauty that put my heart on fire. You have never been to my show, you haven't seen before how looks that trumpet, but this song goes straight to your soul, gets you out of control. This trumpet makes you my girl. Just like from paradise, you came down from the skies on a plane which belongs to daddy. Welcome to carousel, wine is sweet, but to care costs too much. It's no good for the princess. You have never been to my show, you haven't seen before how looks that trumpet, but this song goes straight through your soul, gets you out of control. This trumpet makes you my girl. You have never been to my show, you haven't seen before how looks that trumpet, but this song goes straight through your soul, gets you out of control. This trumpet makes you my girl. Нет, вы не ошиблись с телеканалом, это по-прежнему Первый Приднестровский. Просто вот так ярко и необычно мы решили начать сегодня наш вопрос дня. Тема у нас интересная, гости необычные. И, кстати, Паша Парфений у нас сегодня не просто так в гостях вместе с замечательной Верой Зелинской. А вот почему? Ольга, рассказывайте все подробности. Да, в студии Ирина Полесько и Ольга Гаврилова. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем о Евровидении. Накануне стало известно, что наша землячка Анна Адабеску представит Молдову на этом масштабном конкурсе, с чем мы ее и поздравляем. Присоединяемся к поздравлениям еще раз. Сейчас у артистки очень плотный график и радует, что Анна все-таки нашла время для концерта в Тирасполе, но об этом позже. А сейчас я переключаюсь на наших любимых гостей. Музыка замечательная. Спасибо, Паша, за этот концерт. Мини такой концерт, да. Сразу скажу, что это еще не все, еще есть сюрприз. Так что не переключаемся. И начинаем говорить о Евровидении. Паша о нем, об этом конкурсе знает не понаслышке. В 2012 году сам выступал там. Конкурс тогда проходил в Азербайджане. Mm-hmm. Сейчас он будет проходить в Израиле. Расскажите, Павел, что ждет Анну, так сказать, о Евровидении изнутри? Во-первых, добрый вечер всем. Очень, очень рад здесь присутствовать. Но Аню ждут очень много сюрпризов. Как хороших, так и плохих. Угу. Но главное, на мой взгляд, что она должна усвоить, это что не, все говорят удачи, так это, что она, не стоит на нее рассчитывать. Нужно быть реалисткой. Ну, нет, не то, что нужно быть, но удачу рассчитывают те, кто что-то не доделали. То есть желательно все-таки, чтобы не было каких-то моментов, которые, на которых стоило бы надеяться на удачу. Это все-таки абсолютная математика, и в том числе, как работать с камерой, там каждую секунду должен знать, в какую камеру смотришь, каким взглядом и так далее. То есть это технически сложно, психологически это сложно? Нет, это в принципе ничего сложного. Сложно именно то, что пока ты это не знаешь. В тот момент, когда ты узнаешь, как все устроено, и как себя нужно вести в этой ситуации или в другой, это все становится уже гораздо легче и просто, в принципе, даже. В принципе, выходишь на сцену, попадаешь, деваться уже некуда, только вперед. Сцена и есть сцена, в принципе. Да, какая разница, она в Израиле, в Азербайджане или в Приднестровье. Ну вот, Паша, выпускник нашего музыкального института, да, Анна тоже училась там. Вера Викторовна, в чем секрет? Вот что не выпускник, то звезда Евровидения. Ну, у нас как так получается? Не только звезды Евровидения, у нас вообще звезды. И в том числе и Паша, и Аня.
Это не единственный конкурс, куда им удалось попасть, и не единственный конкурс, который им удалось выиграть. Было очень много других побед, не менее значимых. Это, наверное, просто наиболее популярный, так скажем, конкурс среди массового населения. Секрет в том, что ребята, во-первых, талантливые, целеустремленные, нацеленные на профессиональные занятия и на саморазвитие. И, естественно, одно плюс другое, плюс, наверное, профессиональный подход наших преподавателей и тех преподавателей, и не только преподавателей, а, так скажем, учителей по жизни, которые им помогают состояться как артистам. Вот. Но ведь секрет успеха, говорят так, по крайней мере, в том, что талант на 10%, да. А 90% — это трудолюбие. Это действительно так? Хотелось бы услышать и мнение педагога, и мнение артиста. Знаете, здесь очень грань такая 90 и 10, я бы не сказал. Одно без другого невозможно. Без таланта одним трудолюбием ты можешь добиться определенных успехов, но это не такие большие достижения, допустим, в искусстве. Одним талантом без трудолюбия ты не добьешься ничего, только для домашнего, так сказать, музицирования. Естественно, это огромный, это колоссальный труд, и труд не только как исключительно музыканта. Это и всеобщее развитие, это масса других знаний, которые необходимо впитывать. Это общее саморазвитие. Естественно, профессиональная база сначала идет профессиональная, которую закладывают, может быть, учебное заведение, одно, другое, третье, пятое, десятое педагоги, а потом, в общем-то, на базе этого это саморазвитие человека. Сейчас Паша скажет, он улыбается. Хотел где талант, где трудолюбие. Да. Хотел воспользоваться своим правом бывшего студента и перебить Веру Викторовну. И, в принципе, дополнить, что если кто-то ожидает узнать какой-то один секрет и все, то такие, вы говорите, в чем секрет? Нет никаких секретов, нужно работать. И их, если есть какие-то секреты, то их тысячи, если не больше. Их нужно узнавать постоянно. И они каждый день меняются, в общем-то, эти секреты. Каждый день нужно новые узнавать, очень много. То есть все методом проб и ошибок. Но только вот человек учится всю жизнь, в принципе, как говорится. Да, ну вот мне стало интересно. Мы знаем талант, трудолюбие, кища и секреты. Секреты? Талант, трудолюбие? Нет, это не секрет. Ни талант, ни трудолюбие. Это секрет успеха. Это не секрет. Все качества, которые нужны для хорошего режиссера или инженера, я думаю, они нужны и музыканту, они должны, то есть планирование и умение ставить перед собой цели и добиваться их. Допустим, у нас многие люди читают гороскопы на год. Вот наступил январь 2019 год, и все открывают, и что у нас по гороскопам, что у нас там у Стрельца или у Овна. Ну, верят люди, ну что делать? Так почему бы самому себе их не написать? Кто лучше тебя их напишет себе? Что я буду делать в апреле? А где я хочу оказаться в августе Пишите. Или в июле? Ну, составляете? Я уже перешел так, к составлению, к реализации. Паша, наверное, хочет сказать, что в первую очередь человек должен, артист должен запланировать сам, поставить себе цели, запланировать, когда он их реализовывает, и начать этот план выполнять. И только тогда он может состояться. Вера Викторовна, я хочу сказать, что как раз чтобы эта ситуация, когда к вам приходит или ко мне приходит, вот у меня ребенок, да, напиши ему песню. В чем секрет? Да нет никаких секретов, нужно работать десятилетиями. Никаких секретов нет. Вот, кстати, в продолжении темы постановки целей, их достижения, да, вот Анна сказала, что в отборочных за нее голосовала, не голосовала, поддерживала, да, переживала мама, ее сидела у телевизора, очень волновалась, и в интервью она сама призналась, мама, кстати, работает фельдшером в бригаде скорой помощи в Дубасарах, очень приятная женщина, говорит, она за свою жизнь сделала все, вот все, что могла, чтобы дочь добилась своих целей, чтобы исполнить ее мечту. Мне интересен такой вопрос. Паша, кто вас сопровождает в этом творческом пути? Вот кто ваша опора, кто вас поддерживает? Родители, друзья? Вы сам себя поддерживаете? Ну, мне так хочется думать, что все меня поддерживают. Я еще надеюсь, что они еще не все сделали. Как мама Аня Добецкая. Я больше уверен, что ей даже мама Аня есть наверняка, что еще сделать, чтобы ее поддержать. Вот. Мне хочется думать, что меня поддерживают все, и, наверное, периодически меня это в том числе и греет. Вера Викторовна, сколько студентов, сколько ребят обучается сегодня в нашем музыкальном институте? И вот талант виден сразу?
Талант, естественно, виден сразу. И у нас же идет конкурс. Естественно, мы принимаем наиболее талантливых ребят, которые приходят. Конкурс, хотя и небольшой, но он есть. Если мы будем говорить в целом об институте, это одна ситуация. Если мы будем говорить о кафедре музыкального искусства и эстрады, на которой я работаю, которую заканчивал Паша, которую заканчивала Аня, это другая ситуация изнутри. Естественно, виден талант сразу. Вот как он был виден в Паше. Я Паша учила с первого дня, когда он пришел с первой консультации. Ну, как вы это поняли? Да, вот зачем уникальность сразу, Паши? Ну, вот нам сегодня привели пример, когда пел Коля Басков, разлетались стаканы вдребезги. Что делал такого Паша? Вот чего люди не делал никто? Ну, в первую очередь, это мышление. Понимаете? Вот я считаю, что у человека есть своеобразное, неординарное мышление. Это какие-то творческое воображение, да? Он был гиперактивным, каким гиперактивным и остался. Ну, да. Это тоже один из показателей талантливости. Он очень пытливый, он совершенно не инертный, он очень трудоспособный, он амбициозный. Это тоже есть, без этого не может состояться. Он красивый, молодой, у него поддержка со стороны семьи, со стороны жены. Да. Он хотел заниматься всем. Он у нас, он пианист, и пианист очень неплохой. Сейчас не знаю, был даже очень хороший. Он пел в вокальном ансамбле, он пел соло, он участвовал во всех конкурсах. Он уже писал музыку, он до этого уже имел какую-то базу выступлений, которую может иметь такой молодой человек. А вот Анна, в чем ее уникальность? Да, вот Анна, как поняли, что вот переходим на есть это рациональное зерно? Анна пришла уже после музыкальной школы Дубасарской, она уже была на детских конкурсах, у нее был уже определенный репертуар. Что, в общем-то, составляет совокупность профессионального вокалиста, да? Вокальные данные, внешние данные, артистичность и дальше тот же самый интеллектуальный потенциал. Начнем. Она красивая, у нее прекрасный голос, она очень трудолюбивая, она очень усердный человек, она, кроме того, обладает рядом замечательных человеческих качеств. Она очень добрая, она очень отзывчивая, она очень порядочный человек. И когда приходит ребенок на вступительный экзамен, да, или на первый экзамен, там академический концерт у нас, он поет, ты сразу видишь, насколько у него красивый голос от природы, да, насколько мощный, сколько там обертонов, какой у него тембр, насколько у него хорошая интонация, хороший слух, насколько эмоционально он может прожить эту песню, это тоже очень важно, да, войти в образ. И она трудилась, как и Паша. Каждый по-своему, она как девочка трудилась так, как она себе это... То есть она, наверное, более послушная, более гибкая в руках преподавателя. А Паша, он такой, он послушный и гибкий, но он со своим бунтарским началом. И нестандартный. Если мы заговорили о моем бунтарском начале, давайте я вас тогда хотел дополнить опять-таки. Мы говорим только о нас, да, о нас еще стоит и Степанова, Сергея Степанова, саксофониста Sunstroke Project упомянуть, который тоже заканчивал кафедру музыкального искусства эстраду, да, который тоже будет 17 марта на концерте во Дворце Республики. Который тоже участник Евровидения, который тоже участник Евровидения дважды, да. Да, на секундочку. Один из самых популярных. Бронзу Евровидения привезли нам. Да, да, да. Так что у нас 17 марта ожидается не только Анна Дубеску и Паша Парфени, а также Sunstroke. Не 3, не 4, а 5 звезд. Заметьте, у них нету того, что называется конкуренты. Они в первую очередь коллеги, они дружат. Это настолько ценно. Это то, вот, чем мы тоже гордимся. Они друг другу помогают, они помогают друг другу расти, они поддерживают друг друга чисто эмоционально, психологически, как профессионалы. Это очень здорово, это ну, не так часто в наши дни. Или не так? Не знаю. Кажется, мы уже говорим о том, что... Они уникальны. Паша ответил на ваш вопрос. Наш секрет в том, что мы все уникальны. Как, в принципе, вот, все люди. Да, каждый по-своему уникален. Да. Мы говорим о том, что Евровидение штурмовали трижды, но покорили мы и Польшу, не будем забывать об этом. Приднестровский государственный хор прекрасно выступил на фестивале церковной музыки «Хайнувка», чего только стоило наша, да, Татьяна Твердохлеб дирижировала сразу несколькими хорами, а это, на секундочку, десятки артистов разных стран.
Было мощно очень, да. Взять маленькую, да, наше подрастающее поколение, Анастасия Борисова, которая заставила просто стоя аплодировать на танцевальном конкурсе в Барселоне. Италия и наша Виарика, 8 городов и в каждом аншлаг. Кстати, 10 марта Виарика снова на сцене и на сцене Тирасполя. Это да. будет такое... Прекрасное финальная завершение, точка, да. Финальная точка фестиваля Мерсешор. И, кстати, вместе с ней будет выступать Анна Адабеску. Да, и услышать участницу Евровидения можно будет вот 17 марта. Это грандиозный концерт, аналогов такому в Приднестровье еще не было. Столицу ждет... 5 звезд, да, у вас? 5 звезд Евровидения, да, на приднестровской сцене, на сцене Теперь Дворца Республики. Рассказывайте подробности. Вы знаете больше, да, Павел. Дело в том, 5 звезд, может быть, Евровидение, и еще 20 звезд в оркестре, Big Band, вот, Зеленский Big Band, который, наверное, уникальность этого оркестра именно в том, что... Это не концерт, фестиваль Play. Фестиваль Play, да. Ну, вы знаете больше, мы были правы. В том, что мы участвуем, в том, что мы выступаем там в сопровождении Big Band, Зеленский Big Band, вот это, то есть это уже живой звук, ценители оценят. Вот. И откуда взялось название Play, надо сказать. У Виктора Григорьевича Зеленского. Основателя джазового образования, да, в Приднестровье и первого заведующего кафедрой. Это одна из его песен, ну, песня, которая стала самая популярная, и с которой неоднократно выступал Паша и другие артисты. Она записана на пластинку. На концерте прозвучит? Да, конечно. Обязательно она прозвучит. Она послужила основой для названия. И в то же время это название, которое переводится как «край», да, как «родина», оно очень символично для нас, поскольку теперь получилось, что часть из наших студентов, из наших выпускников живет на другой территории. Мы находимся здесь. И вот именно любовь к родному краю, любовь к музыке, способность реализовывать себя, быть вместе, создала такое название, идею, значит, такого названия. То есть это оно... Своим примером, музыкальным примером мы хотим показать, как нужно дружить. То есть именно, может быть, о чем-нибудь не могу договориться политики, но как об этом легко могу договориться музыканты. Как нужно творить, как нужно дружить, как нужно любить, как нужно поддерживать друг друга, верить в себя. Вот так. Это такой, получается, своеобразный вечер встречи выпускников. Да. Я так понимаю, без вас там никак, Вера Викторовна, да? Без меня никак, потому что я их всех растила, и я сейчас один из организаторов вместе с Пашей, автором проекта, и заведующей кафедрой. Да, но самый главный вообще участник любого мероприятия – это артист. Без любого артиста это уже не то мероприятие. Этот фестиваль, фестиваль-концерт – совершенно другого уровня, нежели мы проводили, другого формата, это другая музыка, не отличается от того, что раньше делал Зеленский Big Band. То есть это не джаз, это направление эстрады, это авторские песни Виктора Григорьевича, авторские песни Паши в сопровождении Big Band нашего. Это впервые такое, когда наш выпускник, наш студент вместе с бендом поет свою авторскую музыку. Это песни, которые очень популярны и которые знают все. Не будем открывать секрет, какие. Правильно. Придем вот. И послушаем. Обязательно. Правильно. Я думаю, что это будет настоящий праздник, настоящая отдушина, когда люди могут прийти в зал и просто покайфовать от того, как хорошо, как приятно расслабиться. И я думаю, что этого не так много в нашей жизни. И это будет приятный момент воскресного вечера для наших приднестровцев. Еще раз явки, пароли, да, 17 марта, начало 18:00. Да, Дворец Республики. Дворец Республики, Тирасполь. Да. Все верно. Так, большая сцена, да. Бегом в кассы за билетами, чтобы не пропустить. Ну, а я думаю, можно задавать вопрос. Да, по правилам нашей программы у нас есть среди всех вопросов один главный вопрос. Вопрос дня. И на него также по правилам нашей программы дается 30 секунд. Сегодня мы немножко правила изменим и дадим вам по 15 секунд. Первым отвечает Паша. Павел, как покорить Евровидение? 15 секунд. Нужна хорошая песня. Раз. Нужна хорошая аранжировка. Два. Нужна хорошая команда. Три. И нужно определенное время для того, чтобы все это собрать, сбить и отрепетировать. Вера Викторовна, почему приднестровцы лучше? 15 секунд вам.
Почему приднестровцы лучшие? Потому что они дружные, потому что они талантливые, потому что они трудоспособные, потому что они верят в себя, потому что они позитивные, так скажу. Их цели направлены в первую очередь на творчество. После нас обязательно смотрите «Спорт-ревю». Самые интересные и главные события. Да, «Шериф» готовится к новому сезону. Уже в это воскресенье суперкубок. Также стали известны чемпионы республики по кикбоксингу. А также в программе «Спорт-ревю» расскажем о том, чем живут бендерские боксеры. «Спорт-ревю» уже через несколько минут, не пропустить.